Так. Очень плохо виден Сатурн. Но он у меня сейчас просто в кадре исчезал за облаками, поэтому как есть, так и есть. А, да вы просто сегодня съемки выйдут, потому как очень сильно ветрено, очень сильно облачно, но... Не смог я себе отказать удовольствия. Посреди ночи. Выпереться, поснимать хорошо. Забыли про Сатурн, до него был 1 337 000 000 километров. Это ИСО 3200, по-моему, ужасно. Ну, давай снимем на таких жутких светочувствительностях еще и. Спутники Юпитера. Да, это, конечно, вся его. Так, ладно, сегодня у нас 7, что ли, да? 7 августа 2021 год. Харьков. 3:51 по Киеву. Второго августа снимал Сатурн в противостоянии на ближайшем расстоянии. Тавтология к Земле. Так, это я пытаюсь выдержку уменьшить. Ой, какой кошмар. Нет, ребятки, либо светочувствительность, либо качество изображения. Ну, в одном не получится. До Юпитера сейчас 604 миллиона километров. Так, у нас что? У нас справа внизу от Юпитера. Ты посмотри, как он пикирует вниз. Справа от Юпитера внизу. Калисто, как ни странно. Ну, ничего странного, конечно, но как-то чаще всего, когда я снимаю, Калисто пасет задних, а сейчас Калисто впереди. Дальше идет, попробую сейчас резкость поймать. Ну, по-моему, видно, что дуплет. Опять же, впереди Европа, а потом Ио. И замыкает шествие Ганимед. Вообще поснимать я хочу, конечно. Не то, что даже убывающую, исчезнувшую Луну. Рядом с Аполлоном и Геркулесом. Но это в следующих дублях попытаюсь. Сейчас, наверное, еще один дубль уделю непосредственно Юпитеру и спутникам. 3:53 по Киеву в Харькове. 7 августа